В Люберецкой администрации состоялось совещание по организации и проведению второго ежегодного конкурса «Лучший двор, лучший дом». Совещание прошло в рамках партийных проектов «Единой России», «Жители МКД» и «Школа грамотного потребителя». До 10 октября на сайте мойдом.ер.ру каждый может подать заявку в следующих номинациях: «Лучший двор», «Самый дружный дом», «Лучший подъезд», «Самый энергоэффективный дом». Голосование продлится до 30 ноября. Итоги подведут в конце года. О чем мы говорим? Какой-то информационный шум по этому поводу? Совещание, где было конкретно поставлено...